Доброе утро, Вселенная. Опять наш талантливый мерзавец Паша Хейтер стрижет капусту, деньги гребет лопатой. Ничего нового не сказал. Назвал ролик «Наша общая победа». Над кем победа, чья победа, непонятно. Опять это лживая информация от сомнительного адвоката. Кто знает биографию этой женщины-адвоката, понимает, про что я. Сомнительный адвокат. Все, что она сказала, ну это бред. Смотрите, 41 тысяча просмотров, 2700 лайков против 34 дизлайков. Ну понятно, нормальные люди не смотрят. Смотрят только ненормальные. Но все равно 1 к 100. Всем я бы поставил штампик в паспорте. Я повторюсь, кто вот лайк поставил, 2700, в паспорт. А мужчинам дважды. Потому что интеллект этих людей до 90 IQ не доходит, это точно. Есть интеллект, есть эмоциональный интеллект. У них плохо. И там плохо. Жестко плохо. Давайте на спичках вам покажу. Еще раз. Если вы преступник. Вот вы преступник. Угу. Все знают, нету тела, нету дела. Тем более, если там милиция замешана. Нету тела, нету дела. Если тело не находят, никакого преступления нет. А его и так не было преступления. Ага, давайте подменим череп. Череп поломленный. Надо могилу раскопать и череп подменить. Да вы что, умом что ли упали, а? Это только для шизофреников сценарий. Вы себя на место поставьте. Какой это бред. 2 штампика в паспорт. Кто здесь из немы смотрит? Честно сказать, вот мужчин презираю. Просто это. Отвратные люди. Что-то и ничего вы мне там в личку пишете. Я с дебилами не общаюсь. Тут мне написывают, мне начали. Я с дебилами не общаюсь. Вы сначала свой интеллект хотя бы там на 92 приподнимите. IQ. Паша Хейтер сам очень умный. Он все знает. Он все понимает. Он вовремя канал удалит. Или там вовремя извинится. Хитрый мерзавец. А вы дебилы. До свидания.